Всем привет, друзья! Opus Magnum. И продолжаем химичить. В прошлой серии было у нас топливо для дирижабля. В этой серии будем делать чистое машинное масло. Ну, то есть как-то топливо для дирижабля, может быть, его с маслом нужно бодяжить. В общем, сейчас и разберемся. Ну и опять у нас тут разговор двух алхимиков. Ну, она предлагает что-то где-то помазать, он, в принципе, соглашается, и сейчас будем вот эту смазочку там и делать. Так, схему нужно собрать вот такую. Но я пока не очень вкуриваю. Ну, я так понимаю, что нужен вот этот улучшитель нам будет. И две этих вот счалки. Так, а смотри, вот тут одинаковые две схемы, а вот тут эти штуки разные, я пока не вкуриваю, что из чего делается. А, понял. Понял. Значит, вот эту Х он будет брать, в улучшалку ее засовывать. Вот так, наверное. Манипулятор сюда. Так, а здесь... А, ну вот он ее сюда присунет. Здесь другой манипулятор. Он будет намасловать их сюда. Вот так. То есть отсюда мы на выхлопе получим вот такую херню. Сколько раз крутануть нужно вот до этого значка, я не знаю. Тут где-то это написано, может быть. Ой, блядь. Ну вот она схема. Вот такой закорючкой надо. Вот такая нужна, да? Чего тут? Это олово, да? То есть нужен один, второй, третий, четвертый, да? После четырех раз у нас вот такая херня выйдет, если я все правильно, конечно, понял. Ну что ж, и делаем для первого манипулятора. Взять и поставить. Ну, вроде так все, да, пока. Взять, поставить. Сюда можно вот эту шестеренку воткнуть, но она дорогая, она 30 стоит, это 20. Они все по 30 такие, если больше, чем один захват. Сколько я насчитал раз? Раз, два, три, четыре. Четыре, да? Четыре. Взять и поставить для первого, для второго взять, переместить, отпустить, вернуться, вернуться это по часовой и зациклить. Раз. Три. То есть раз, два, три, четыре. Готово. И на исходную, так? Значит, такую собрали. Ее нужно объединить с обычной. С вот такой херней. Так, а как это? А, вот двигается. Значит, тут у нас вот такая херня будет. Второй манипулятор возьмет ее.
наверное, здесь. А, смотри, у нас же все, кончились источники реагентов. Как бы это замутить? Но он ее, наверное, положит вот сюда в объединятор, да? Вот так. Положит. А что там именно надо? Две по бокам, да? Положит сюда ее. Манипулятор будет сюда выкладывать одно. А нужен еще один этот объединитель. А, ну в принципе можно как сделать. Еще один объединитель надо. Вот сюда, скажем. Но его маленько, вот так, наверное, да? Он ее когда понесет, они объединятся. Херня, она выдвигается на такую длину, да. То есть нам сначала нужно его не сюда ложить. Все это намутил-то. Нужно было сначала собрать, а потом... мутить. Тут что-то не работает, он говорит. Разместите все по порядку. Вот это уберем. Все равно не работает. Почему? Что это за херня, блядь? Не вкурил, все по порядку. Ну, блять, берет первый, повернул, все, ждет второй, берет, повернул, отпустил. Че ему не нравится то блять? Ему все нахуй не нравится. Ты че, ебать? Все по порядку, это, блядь, как? С чего ты начин... А, у меня выхлопа не лежала на столе, блядь. А вернуть хуй, да? Ctrl-Z прокатит. О, блядь, прокатывает. Вот так. Понятно. Вот эту хуйню нужно сюда бросить, чтобы все работало. Вот, ёб твою мать. И тут все запоролось. Так, первый взял, повернул, все, стоит, ждет. Второй взял, повернул, отпустил. Назад. Ну и зацикливать надо, да? Это второй раз, третий раз, четвертый раз. Так? Ну, вроде так. Сюда манипулятор еще один. Третий взял. Херня какая-то выходит. Но он не пройдет же насквозь-то, блядь.
Не пройдет. Так, тогда давай немножко по-другому вот эту хуйню сюда. Вот. Она повернет, выдвинет. Наверное. Или как тут, блядь? Что-то все запуталось. Повернет. Этот сюда бросит херню вот эту. И нужно ехать дальше. А сюда тоже нужно накидать нам вот такую, которую мы слепим, да? То есть он теперь ее... он ее здесь держит, эту штуку. А, или подожди, она же здесь улучшенная, да? Вот это просто сюда нужно нам будет поместить. Давай вот так попробуем. Берет. И два раза, да? Раз. Два. Отпускает. И на исходную. Посмотрим. Так, не туда, блядь, дружок. Стоп. Вот так. И на исходную пошел. Пока не забрали, он стоит здесь, да? Так, мы не ту хуйню создали здесь. Наверное, надо добавить цикл. Я не вкурю. 4 раза или сколько нужно было? А, 1 раз всего, ёб твою мать. А я тут намудрил нахуй. Это все нахуй. А чё тут за схема тогда, блядь, убогая? А, это снизу вверх, значит, это одну штуку и будет такая хуйня, понял. Так, смотрим. Раз. Нихуя, второй раз не надо. Убрать. О. Так, третий манипулятор возвращается, а первый сюда передвигает. По часовой должен. Так, первый. По часовой 1 раз. Вот здесь, да? Ну-ка. Раньше можно. Готово. И ему нужно сюда дальше ехать. А, нифига, нужно вот в эту ячейку еще накидать вот такой херни. А тогда у нас вот здесь мешать будет, да? Да. Не котируется такая схема. То есть третий манипулятор должен стоять, ждать. А в первую очередь нужно накидывать вот в эту ячейку. То есть первый стоит ждет, этот закинул. Первый поехал дальше. Так. Вот сюда ему нужно одно определить.
То есть ему получается нужно, вот он первый повернул у нас еще, потом он еще поворачивает и увеличивается в размере. Раз и два, наверное, да? Два. Отпускает. Потом возвращается. Так, он вернулся. А, еще три. Нужно ему ингредиент взять. Берет ингредиент и поворачивает по часовой и ждет уже, да? Ну-ка. А, третий манипулятор пока стоит. Наверное, вот так попробуем. Так, и вот этот у нас, погоди, на каком моменте нужно? Вот он собрал одну, вот здесь. Нужно, чтобы второй у нас взял, да? Или просто зациклить его? Ну-ка, прокатит, нет? Не прокатывает. Значит, он на этом моменте будет брать новую херню. Поворачивать, отпускать. Так что ли? Чуть раньше это нужно делать. Блять, назад не промотать нам. Ну вот они, оп. Улучшилась она. Так, и дальше у нас только третий крутится манипулятор, а нам нужно первый провернуть еще, да? Да, нам нужно первый еще провернуть. Здесь. В этом месте. Ну-ка. Ага. Так, третий не успевает, нихуя. Так. Готово. Потом третий отпускает и на исходную. А первый едет дальше. Сюда. Так, первый. Часовой. Оп. Они соединяются здесь. Еще раз по часовой. Оп. И закольцовочка. И везде закольцовочка. Хуй.
Вот так. О, ребята, смотрите, идет мазута, ёб твою мать. О, хуяч. О, ебош. О, сила, блядь. Вот, настругали еще. Ну что ж, тут немножко пришлось подумать. Затупливаю частенько. Ну, ничего страшного, зато интересно, прикольная игрушка. Ну что ж, собрали чистое машинное масло. Помазали барышню. Так что теперь все хорошо. А следующая формула в следующей серии. До новых встреч.